Конечно же, Господь понимает, что пока мы живем на земле, да, ну, у нас есть определенная сфера ответственности жизненной. Но о чем здесь говорит Иисус? Знаете, вот я бы вот сравнил вот эти его слова с такой картиной, которую, ну, вот, в которой я периодически сам лично оказываюсь. Да? Кто-нибудь из вас когда-нибудь летал куда-нибудь на самолете? Ну, тоже почти что все летали, да? Вот мне по работе приходится довольно часто летать. Вот. И вот, предположим, вот сидишь ты в аэропорту, да? И заметьте, вот когда ты находишься в аэропорту, есть часть, которую ты должен сделать, а есть часть, которую делает авиакомпания. Правильно? И то, что должен сделать ты, авиакомпания за тебя делать не будет. Например, ты должен вовремя приехать в аэропорт. Если ты купил билет, это еще не означает, что все, теперь можешь не заботиться, сиди дома с билетом, славь Господа, однажды ты окажешься в том городе, где написано в билете. Ты должен приехать в аэропорт, а? Авиакомпания озабочена тем, чтобы тебя доставить туда? Нет. Да? Когда ты, положим, все, зашел в аэропорт, да, есть разные компании, там, Аэрофлот, там, S7 и прочее. Ты должен выбрать, какая компания тебя везет, прийти к ним, сдать багаж свой, правда же? Потом, когда ты уже прошел все там проверки, ты сидишь, слушаешь, когда объявят посадку на твой рейс. Это чья забота? Твоя пойти на рейс или компания должна переживать? Твоя. Когда ты заходишь в самолет, найти свое место согласно билету, кто должен? Ты? Да. То есть, понимаете, вот ты доходишь до места и садишься. То есть есть часть, твоя часть. Но, вы знаете, порой мы переживаем за то, чего вообще нас не касается. Вот, например, сейчас зима, сел в самолет, сидишь, и сейчас вот, ну, зимой обычно, да, всегда обрабатывают крылья вот этим жидкостью против обледенения, да, вот. И вот ты сидишь, смотришь в окошко, и там из шлангов поливают крылья, все эти подкрылки там поднимаются, опускаются, там это. Ты сидишь и думаешь, важно, чтобы вода везде попала, чтобы ни один подкрылок сухим не остался. А то вдруг мы взлетим, а подкрылок не сработает. И у тебя тут же возникает в голове истории всех последних авиакрушений. И вот в Сирии вроде там, или где? В Иране, да? Самолет сбили. Так, думаешь, куда я лечу? Не собьют ли нас? Ты начинаешь думать, да? Вот переживать. Вот. А подкрылки, хорошо ли их обработают, или еще что-то такое, да? И поскольку я довольно часто летаю, то я порой наблюдаю людей, которые не часто летают или часто летают, но у них страх. И они также сидят, смотрят, там, или во время полета там зона турбулентности, что-нибудь такое тряхнет, и ты такой, и они такие, сидят тут. Боятся и переживают. И хочется им сказать, что вообще по статистике самолет – это самый безопасный вид транспорта. Намного опаснее. Вот ты же в машину так не садишься с таким страхом, да? Вот это. Ай, такси! Дайте мне что-нибудь успокоительное, я не могу ездить в такси. Нет, люди садятся в такси. Хотя в такси попасть в аварию намного проще, в том числе в тяжелую аварию, чем на самолете. Но самолета мы боимся. А как-то такси как-то садимся. И особо ничего не переживаем. Так вот, драгоценные, когда Бог нам дает эту заповедь, не заботьтесь ни о чем, когда Он нас учит, Он не имеет в виду, что теперь мы должны сидеть, сложив ручки. У каждого из нас есть своя сфера, своя зона ответственности. И мы призваны ей заниматься и делать это хорошо. Но всегда мы, вот в том, что мы делаем, сталкиваемся с тем, что уже от нас не зависит. И вот тут Бог говорит: успокойся,
потому что я держу всю Вселенную в своих руках. И вот поймите, научиться вот останавливаться там, где нужно, это часто такое великое искусство. Делать то, что должен, и не переживать о том, чего ты не должен. Потому что у нас в жизни происходит часто полностью по-другому. Вот там, где мы что-то можем и должны сделать, мы часто ничего не делаем. А там вот, где вот, что-то от нас уже вот, не зависит ничего, вот там мы любим подумать и попереживать. Например, вот, ну, от нас не зависит, вот недавно было, да, очередной шум. Пожары в Австралии. Переживаем, бегаем, суетимся. У себя в социальных сетях перепощиваем фотки с коалами, как им тяжело. И при этом вопрос, а у многих из вас дома есть? Баллон для тушения пожара у многих? Вот поднимите руку, у кого есть. Вот у нас дома есть, да? Несколько рук. Что, дальше будете о коалах переживать? Я к чему это говорю? Скажешь, Виктор, пожары – это на самом деле что-то страшное. Мы можем купить баллон для тушения пожара, поставить дома, научиться. Мы даже в церкви проводим периодические учения, как ими пользоваться, потому что хорошо купить этот баллон, но его надо же как-то включить. Вот. Мы это часто не делаем. Но мы с удовольствием поговорим вот о пожарах в Австралии и о том, как там надо тушить, и как там австралийским властям надо вот, вот заняться. Как-то вот по-серьезному. И начинаем, там, а там уже какие-то интриги. Почему горит Австралия? Там уже там какие-то начинаются всякие конспирологические теории. И мы с удовольствием в них включаемся. То есть, драгоценные, мы часто занимаемся то, что нас особо не касается, может быть. Или, по крайней мере, то, от чего нас не зависит. Знаете, это все равно, что вот сидеть вот в грязной квартире и ругать власти Екатеринбурга, почему у нас в городе так грязно. А у нас на самом деле как весна или осень, такая грязь в городе бывает, правда же, да? И вот мы, как вот так вот грязновато вот у нас, вот в Тюмени не так грязно, а у нас как-то грязно, грязновато у нас в городе, да? Ты сидишь в грязной квартире, где ничего не прибрано, но при этом ты знаешь, как мэр должен заняться порядком в городе. Почему у нас грязно? Да потому что такие все, как ты. Мы сидим, мы так вот живем, мы не делаем то, что от нас зависит, но мы с удовольствием переживаем и заботимся о том, чего нас совершенно не касается. И вот посмотрите, все Слово Божье, оно учит нас. Делай то, чего от тебя зависит. Исполняй то, за что ты отвечаешь. А во всем остальном уповай на Господа. Потому что, в принципе, вся Библия, все Слово Божье говорит лишь об одном. Бог держит все в своей руке. Вот о чем это говорит. Когда Израиль шел через пустыню, 40 лет Бог их питал. О чем это говорит? Бог держится в своей руке. Когда Черное море было на их пути, а сзади догоняли египтяне и израильтян, ситуация о чем говорит? Бог держит все в своей руке. И народ израильский прошел через Черное море. Когда у вдовы из Сарепты Сидонской нечего было кушать, и Бог накормил их. О чем это говорит? Бог держит все в своей руке. То есть Бог занимается всем. Он держит все в своей руке.
Сегодня вы слышали прекрасное свидетельство, да, и Наталья рассказывала, что в действительности вот все в руках Божьих. И когда мы со своей стороны исполняем Библию, то есть в тяжелое время не ожесточаем сердце, остаемся щедрыми, остаемся даятелями, делаем то, что мы можем, то Бог благословляет нас –